Если у вас мастопатия, если у вас фиброзно-кистозная мастопатия, это воспаление лимфоузлов, лимфоаденит. Лимфатические узлы – это такие образования фасолевидной формы. Они размером от 2 до 3 мм до 1-2 см, расположены по ходу лимфатических сосудов, выполняют важные для организма функции кровотворную. В них образуются и созревают клетки крови лимфоциты. Транспортную – обеспечивает процесс поступления продуктов обмена веществ, ткани, венозное русло. Барьерную функцию – обезвреживает и выводит из организма инфекцию. Первый удар воспалительного процесса на себя берут лимфоузлы. Именно барьерная функция обуславливает воспаление лимфоузлов у взрослых и у детей. Лимфоциты стремятся обезвредить инфекцию и не допустить его дальнейшего распространения по организму. Но если инфекция, она оказывается достаточно сильная, развивается воспалительный процесс. Не торопитесь делать биопсию. На месте прокола сохраняется уплотнение. Я создала уникальный состав из трав, настойка из целебных трав, восстанавливает эндокринную систему. Применяется при мастопатии, фиброзно-кистозной мастопатии, при миоме матки, кисты яичников. Лечение займет у вас только от 8 до 20 дней. Лечить легко и просто. Мастопатия и фиброзно-кистозная мастопатия – это не проблема.